что это не в ближайшее время будет. Валера, как считаешь, ЗАГС главное? ЗАГС вообще не главное. Вообще обсудить не нужно. Я считаю, что можно не обязательно документировать свои отношения. Можно просто жить вместе, наслаждаться жизнью. А люди, когда... Мы не пьяные, мы не пьем, друзья. Пьяные сидят. Кофе. Люди по тебе, видишь, как... Цитирую Лермонтова. Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ верный и холодный. Задумчивый друг грузин на месте тебя ковал. И так далее. Так. Татка красавица. Иди к нам. Мы в прямом эфире. А вы долго тут сидеть будете? Вот, давайте погоним. Подожди, идите, поговорите. Паш, только ты не появляйся, потому что у меня подписчики отпишутся. Нам не... Диссонанс не нужен, нужен резонанс. Это Таня. Угу. Она только что была на свидании. Расскажи, Таня. Да тут свет хуёвый. Нет, свет ужасный. А здесь, смотри, можно сердечки сделать. Хочешь? Да, мы меняем. Давай, давай. А вот, вот сердечки. Вот, вот сердечки. О, смотри. Нет, мне не идёт кошка вообще. Почему у меня уши такие? Вот так вот. Ага. Таня, попросила. Так. Муж спишет. Маша, ты можешь тянуть чашку себе? Я понимаю, что голодная. Да, сколько можно? А что делать-то? Тяни чашку себе. Никто не кормит. Так. Как жарко. Я окружен женщинами. Да как? Женщины, цветы, общество. Это иллюзия. Что, плохой не пишет? Пишет, что ты толстая. Но она не толстая, нормальная. Я не толстая. Она просто там щеки просто огромные. Да, щеки какие-то большие. Ну нет, ходишь, когда рядом со мной, на фоне меня, ты вообще кажется красивой. Вот это свет так падает. Свет ужасный. Да не матерись ты так, господи. Я еще Ань поняла, а Валеру, как будто друг свой, блин, лучше. Товарищ просто, сейчас будет говорить, еще одна новая жертва. Да-да-да. Все? Я все сказал? А что он там говорил? Она его опять же заставила говорить, да? Она же эту фотку. Она сказала, нет, говорит, зайди туда, скажи всем, что ты раньше говорил одно, потом... Он же, нет, он говорил за измену, что надо изменять, что все люди изменяют. Я не говорил, что надо. Ты говорил. Что надо? Да, ты говоришь, да, в каждых отношениях все изменяют, ты так говорил. Ну, блин, это часто. Говори, говори. Большинство людей изменяют. Катя, доставай нож. Но это плохо, я против этого. Я никому не призываю к этому. Я говорю о том, что нужно ценить, кого ты любишь, доверять, быть рядом. Не позволять себе ходить налево или направо, а быть только столько, кого ты выбрал, нести за это ответственность. Желательно налево. А ты правда так думаешь? Да, что? Ты сейчас говоришь, знаешь? Ты заучена. Да, да, заученный текст. А я же тебя держу. Можно букву быстрее перебивать. Блядь, да-да-да. А у вас есть спрашивать? Как всех радует прямой эфир. Ты меня любишь? Можно мне, пожалуйста, спросить? Да. А что ты об этом не говоришь? Что я тебя люблю? Вот только что сказал. А ты меня не любишь? А меня любишь? Люблю. Да. Люблю. Тебе сейчас рэперы напишут, подожди. Ой. Да, у них любовь. Ничего, Мухаммед, все нормально, брат. Вот. Реабилитируйся. Вот мяу. А? А, блин, типа не. Ой, я подержу. Да, что-то текст сорвался. Так, друзья, если есть какие-то интересные вопросы, можете задать, пока я в такой очень... Как же вы делаешь? Там давай. Три человека от инстаграма. Это Катя Усатюк из Пятигорска. Ты что, вообще чеканные? Да почему она со мной фотки выставляла, какая разница? Ну, никто не знает, что... Плевать вообще. Что она Усатюк, а нет. Ну, блядь. Нет, это вупля, приупля. Спайдермен, ну разочарованные. А это Татьяна, фамилию забыл. Нет. Конфеткина. О, да ты такая, а ее можно. Толстая Татьяна. Это Татьяна Суперконтик. Судя по форуму. Да, блядь, нормально, мне все это только падает свет. Я знаю, да. Так, Валер, мне не важно, с кем ты, не спорите, как мужчина приезжает своей девушкой в Италию, я ценю тебя, что у тебя есть душа и мозг. Спасибо огромное. Вот, ой, как приятно, как, да. Как только обрету свое счастье. Она очень хорошо выглядит. Очень ужасно, наоборот. Что? Наоборот. Мне это кажется, только, это свет так как падает. Как только я налажу отношения с своей девушкой, так сразу мы к вам приедем в Италию. Вот это я хотел сказать. А. Ага.
Так, успокойте Татьяну. О, друзья, это не ко мне, это к психиатрам. Бегте. Психиатрическая больница Москвы, там. Только там все справятся. Еще, Катя, куда есть? Матросская тишина. Матросская тишина. Я только... Еще она взламывает подъезды, если нужно. Недорого. А, Кинан, пока не могу брать. Я пока на Москве сидеть рядом. Шелепиха. Так. Какие вопросы есть нормальные, адекватные? Они одни и те же. Она стесняется. Ну, покажи лицо. Катя, вот Татьюха Пятигорска. Ну, что ты тут нормально сядешь? Так, блин, молодостью. Татьяна конфеты, Маша из Маша Стамбульская. Все здесь. Знаешь, как будто Маша Стамбульская, как будто это ты смотрящий, знаешь. Маша Стамбульская, знаешь, Маша Стамбульский. На районе. Привет, Ухты. Ух ты, привет. Блин, да, ты знаешь, я сегодня ночью много поел, у меня прям щеки какие-то огромные тебе стали. Да не потому, что ты ночью поел, а потому, что ты толстый. Я тебе говорила, ты очень сильно поправился. Неправда, Катя. Да правда. Валера похудел, люди написали. Я скачу. Нельзя это говорить туда. Туда. Катя, текст, блядь, не видишь, что ли? Друзья, есть вопросы нормальные? Хватит спрашивать одно и то же. У вас просто Тата, Дом 2 и все. Вы жрёте конфетки. Всем привет. Как, откуда бы вы ни были, что делать, если мужчина против идти в ЗАГС, хочет жить без ЗАГСа, гражданского брака? Блин, я считаю, что ничего плохого в этом нет. Если ты действительно чувствуешь и не сомневаешься в его чувствах к тебе, то живи без ЗАГСа с ним. Если тебе так важно затащить его в этот ЗАГС и задокументировать ваши отношения, из-за того, что ты с ним там, сомневаешься в его искренности по отношению к тебе, то лучше этого не делать, потому что потом будет хуже. Рафик, привет. Ты уже в Ташкенте разве? Или ты в ресторане Ташкент? Что едите? Хотите фреш? Нет, спасибо. Нет. В Одессу больше не планируешь? Не планирую. Я думаю, что вот на Новый год поеду. Что за очередная мадам? Не очередная мадам, это я... Что тебе надо? Говори, что за мадам? Какая очередная? Это мадам с июля месяца. Очередная. Сейчас приехали. Так кто такие вопросы там блокируют? Так, пиши адрес. Блокируют. А мы на Кубу поедем. Серьезно говорю? Новый год я буду... То есть на Новый год я буду... И походу я ваша такая подошла. Этажные хрущевки снимут, ты будешь на Кубу? Майка. Я думал, с тобой Новый год. В Одессе? Так где угодно хотя бы, но не на Кубу. Ну где угодно, а поближе нельзя куда-то на Кубу идти? Так, что там еще? Шаболда какая-то. Ах, да, ты штука такая. Люди, блядь, сразу гадать начинают. Что ты? Это не я, это до. Тата рядом? Нет, это не Тата, это Катя. Сейчас я буду отвечать на вопрос. Давай. Ничего, может спрашивать, это правда? Ты живешь с ней? Да, периодически живет с ней. Пожелайте мне... Таня, кого-то Таня меня обнимает сюда. Хамка она у тебя. Она не хамка, хамка я. Таня, убери руку с моего рта. Это не я. Так. Правда, как будто твоя рука. А где Тата? Тата с ребеночком дома. Ты все знаешь. Ты придешь на дом? Посмотрим. Кому ты пойдешь? Он, ты придешь. А, я? Ты что, чеканы вообще, что ли? Дальше. Так. Я, наоборот, за гражданские отношения, брак, на девочек, которые хотят... Да, на самом деле, гражданский брак – это проверить отношения, посмотреть, подходят друг другу, не подходят. Зачем его документировать? Зачем это надо? Валера, кого выбрал? Бузова. Какая Бузова, блядь? Это не Бузова, это моя сестра. А Валера, блин, какие-то таблетки для похудения пил. О, я вам подскажу, ребят. Мировестин. Я сейчас скажу. Блин, они на самом деле, они не гормональные. Как же он? Блин, у меня пила. У каждой уважающей себя девушки должен быть с собой мировестин. И документы, что она красотки, не здорова. Красотки, спасибо вам большое. Милая девушка, кто это написал? Мне, красотки, Гуша на 97. Пишу, а вообще ты считаешь, заткнись. Прям провисимо. Нормальные, классные ребята. Спасибо большое, вы тоже очень классные. Когда человек, когда мне пишут, у меня мытые волосы в смотрите, у меня очень у меня мытые волосы, они блестящие и шелковистые. Угу. Это у вас мытые волосы. Катя, Валера, Катя стесняется, Катя очень стеснительная девочка. Кривляки, тупость, одна.
Одна, как всегда. Тупость одна. А ты, блядь, самый умный тут, да? Да, красивые, спасибо. Блин, какие красотки. Умнички, умнички. Пишите больше хороших положительных комментариев. Тогда Валера разыграет какой-нибудь хороший приз. Какой приз? Фрэш. Свидание с свечку. А, свидание с Таней в рэп-клубе. А, во сколько утром встаешь? Во сколько, Валер, ты утром встаешь? В 12. День 9. Ну, сегодня да. Валера, присмотрись, брюнетка, она... Спасибо, мне правда очень приятно. Чего не понимаю? Это, между прочим, моя лучшая подруга. А ну-ка, верните. Ты про нее? А что там? А что написали? Красиво. Она симпатичная тоже написали. Вы просто не знаете, они, это же фильтры. Да, да, это фильтры на самом деле. У скулы не людей можно убивать. А ну-ка, бля, сейчас мы уберем фильтры. Не будем. Так, почему ты свою не показываешь? Она просто очень стесняется и, блин, ну не готова. Они часто ругаются, поэтому Таня хочет Валеру. Что правда? Нет, Таня не хочет Валеру, Таня... Таня такие женихи, что лучше там Валера будет стоять, поверьте. У меня рэпер. Рэперы? Поцелуйтесь уже, мои милые ребята. Просим поцелуй, Таня. Там конфетти доставать. Такие классные девчонки с тобой, Валера. Ой, спасибо большое, мы очень классные. Вот, скажи, ты лошадь. Я лошадь? Кто это сказал? Маша, найди этого чувака. А этот сидит и дожидается плохих комментариев. Она только хорошая. Я не лошадь, я, между прочим, глупый, ужас. А интересно, как вы поняли, что мы глупые? Вы поняли, что мы лошади. Ой, прочитать не могу, я настолько глупа. Жанна Ким. А, Ким, уже понятно. Ким из Узбекистана решила, что мы глупые. Так, Валера, ты супер, дочка-лапочка. Вот. Где твоя девушка? Девушка рядом с ним, блондинка, Катя. Екатерина. Она очень красивая, милая, добрая, классная. Очень, с очень хорошей фигуркой, она стесняется. Почему-то прячется. Я не знаю, почему она прячется. Потому что Катя не хочет. Валера, ты счастлив, а я... Ну, просто забирай, уходи с ним туда. Да ладно, я тебе заплатил. Я сделал скрин. Что здесь случилось? Почему нас больше стало? Нас стало больше? Не таки было. Так. А, то есть вы меня вообще решили спрятать. Можно коннект этой девочки, которая говорит, да, МС Конфеткина. Ты открой свой, покажи. Передаю привет. Потом будет писать, шлюха, она шлюха. Вот да? Она я. Успели? Так, будут негативные комментарии. Простите, пожалуйста. Разбили посуду. Это же мошка. Блин, реально, вы что делаете? Так, давай, это завтра. Вы разбили, вы это завтра, они вы супер ребята, давай. А рыбу отправь, причальный проезд 8, корпус 1, отправь рыбу. Нет, не парайся. Давайте мы пока присядем. Да ничего, девочки, мы сейчас тут начнем по всем столам все разбивать. Давайте. А это просто Маша без слов. Это для нас все, она просто ага. Толстая. Да, я толстая. А это он. Это он. Я худенькая. Я тоже худенькая, между прочим. Я худее. Езжай в Тульскую область, вернёшь завтра. Да если палочку тупо уедет. Мы лучшие подружки с Катей. В чем ваш секрет? Мы просто очень тупые. Это был прямой эфир. Он уже понял, что есть глупость. Спасибо, друзья. О, если этот телефон будет держать, тоже будет... Ты выключаешь? Нет. А ты хочешь так? Там что-то, наверное, гадости какие-то пишут. Там гадости, наверное, пишут. Это что, красиво? Да? Здраво. Еще больше, ты низко поставила. Да. Я! Ладно, все.